Парабадминтонисты Чуваши завоевали 18 медалей разного достоинства на первом этапе Кубка России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. О том, как развивается этот вид спорта в республике, в нашем сюжете. Один из основоположников парабадминтона в России – наш земляк Юрий Степанов. Он занимается этим видом спорта уже больше 20 лет. Для того, чтобы купить инвентарь, приходилось сутками работать в такси. Но Юрий ни о чем не жалеет. В его копилке не одна сотня наград. И каждая для него ценна, будь то победа на местном уровне или международном. Уже много лет Юрий пропагандирует этот вид спорта среди молодых. У нас самая сильная школа по парабадминтону на коляске. Все к нам приезжают учиться, мы всегда рады помочь. Очень нравится, такой вид спорта, где инвалид получает реабилитацию. Вот, спина полностью работает, там руки работают. Ну, ни в другом виде спорта таких упражнений не делают атлеты. Вот, а здесь укрепляем мышцы. То есть спина работает. Один из тех, кому известный спортсмен открыл мир бадминтона, Илья Паргеев. Они буквально случайно встретились на улицах Чебоксар. Тренер пригласил его на занятия, и с тех пор молодой человек усердно постигает основы. Хотя сначала спорт показался ему детской игрой. За 7 лет упорной работы Илья добился неплохих результатов. Начал заниматься, попал в сборную. Сейчас член сборной России, мастер спорта России по бадминтону. В 2019 году мы за границей были 9 раз. И в Африке были, чемпионат мира, много где побывали. Вот сейчас сейчас скоро уже едем в Испанию на отбор паралимпийский. Илья и Юрий нередко выступают в тандеме, пока у пары ни одного поражения. Пожелаем им удачи и в дальнейшем. Ульяна Пятакова, Александр Атиков, Республика.